цікаво спостерігати майстра за роботою, особливо, якщо він будує місто мрії. Ми в гостях у моделіста Андрія. У невеличкій майстерні макет Миколаєва, який більше схожий на одне з міст Європи. До революції ведь у нас же теж в Миколаєві здания были очень похожи на иностранные, на европейские. Вот я не зря упомянул кирху, да, кирху проектировал архитектор Акройт в Николаеве, англичанин. То же самое Старофлотские казармы, это творение Акройда, крепостная стена вокруг верфи, это опять-таки рука Акройда, то есть вот все переплетается. Андрій – інженер за освітою та бізнесмен. Вважає себе звичайним миколаївцем, який має незвичне хобі. Началось с подарка родителей. Мне в детстве подарили родители детскую железную дорогу. Всего круг рельсов, две батарейки и паровозик. Ну, к вечеру паровозик был замучен, батарейки сели. І ось через багато років захоплення міні-світом виникла ідея створити щось на кшталт всесвітньо відомого Вандерленда, який знаходиться у Гамбурзі, тільки на цей раз по-українськи. В общем-то, при желании можно сделать все, что угодно. И хотелось бы сказать, что Николаев вообще, наверное, уникальный город в этом плане, потому что здесь, ну, есть очень мощная школа моделистов. Это моделисты, которые делают корабли-модели. И если взять советский период, то при каждом заводе было бюро макетирования, где создавались эти макеты. И опять-таки, если взять, копнуть более глубокую историю, даже когда строились парусники, тогда перед каждым созданием парусника в натуральну величину создавался макет. В житті Андрія давно вже переплились захоплення макетуванням та краєзнавство. До речі, він засновник відомого сайту «Миколаївський базар». А починалось все також з дитинства. У квартирі Андрія багато антикварних речей, які бережуть історію міста. Жетони-перепустки на завод, трамвайні квитки, годинник. Вот люблю город, потому что здесь мне комфортно. Я, ну, во многих городах был, но меня сюда тянет, мне здесь нравится. Здесь самое лучшее место, мне кажется, на планете, где можно себя чувствовать комфортно. Мы, к сожалению, этого не замечаем. Для нас вот мы выходим сюда к реке, да, там гуляем по Советской, там по Соборной, да, гуляем, прогуливаемся. Для нас это все просто обыденно. А вот посмотрите когда-нибудь на город, вот если вы там уехали и там через две недели приезжаете, город кажется совершенно другим. Нам пощастило побачити, як триває підготовка до виставки макету Миколаєва у музеї «Старофлотські казарми». Тут Андрію допомагає старший син із товаришем. Делаем стол, опоры, ну и будем помогать в монтаже самого макета, самих моделей. Электрика, наверное, будет на старших, ну, а мы чем можем, тем поможем. Для них век компьютеризации, когда они все это могут только на планшетах, и вдруг приходят, им дают кусок дерева, кусок фанеры, там, проволоку, и что-то можно сделать руками, для них это реально целое событие. І ось потяг нового макетованого Миколаєва рушив у дорогу. В кінці липня урочисто відкрилась виставка «Світ у мініатюрі». Вот это вот городок мечты, это вообще изумительный. Настолько изумительно, настолько люди показали, насколько они живут этим всем. Когда тут вдруг настала ночь. Так было красиво. Хотелось бы, чтобы город был краше. Ну, пока это только на макете. Ну, дальше, я думаю, макет будет становиться больше похож на Николаев, а Николаев больше на макет, то есть будет улучшаться, украшаться.